О, как раз меч предлагает, хорошо. Меч-то круто, надо вот эту штуку брать. И спидранить. Что по сюжету в Хейдес все завершил? Не. Не завершил. Всю кровь потратил. Жесткие. К сожалению, так и не завершил. Давайте сжатые сроки на 7 поставим. Да не на 9. Хватит. Подскажи, что делать? Я влюбился, реально засыпаю, она у меня в голове, ее зовут Genshin Impact. О, если найдешь ответ, мне тоже подскажи потом, хорошо? Как бы я не хотел сюда, мне надо взять что-то. Тем более, не просто что-то, а артемидку. У меня одного не встало на Genshin, видимо. Ну, видимо, так. У всего мира стоит, у тебя нет, да, Ока. Что-то надо с этим сделать. Hey, ой, боже, ее ульта же говно полное. Зачем я ее взял? Сидон, ну что? Я играю в отличный аналог, Punishing Grey Raven. Ты, по-моему, писал о нем. Или не ты, может, кто-то еще. А это разве не та, не та же игра от Михоя, нет? А, нет, кто-то говорил, что это вроде бы аналог людей, которые пытались скопировать игру от Михоя, но не Genshin, соответственно, а какую-то другую. Я вроде что-то такое слышал. Кто-то в чате писал об этом. Сойдет. Зя, спасибо за фоллоу. Будя, спасибо. Будешь Baldur's Gate 3 играть? Не, обезжиренно, нет. Не для стрима игра совершенно. О, не успели появиться. Я даже не успеваю юзнуть этого. Слишком все быстро умирают. Сизифа. Ой, я не знаю, Дока, я не знаю. Но вроде как они делали похоже тоже... До Геншина у них была еще игра в похожем типа стиле, жанре. Не знаю, как правильно будет сказать. Я, кстати, спидраню с синими сердцами. Обычно я этого не делаю. Ну, типа, 9 минут это изи вообще на... Я сомневаюсь, что мне может не хватать времени. Ту сторону Торч 3 забайтил. Но зачем? В
Ты что жесткий такой? Он же... Они же его по-любому не поменяли нифига. Он же по-любому все еще говно. Блин, вот разрушение врагов, кстати, хорошая штука. Но мне нравится и штурмовой размах тоже на 134. Надеюсь, разрушение еще выпадет. Ну вот сейчас, например. Хейдс, не думал увидеть что-то кроме Геншина. Я стараюсь разбавлять Геншин. Иначе... Я понимаю, что он мне, ну, как бы я быстро доберусь до хай-энд контента, в котором ничего не остается, кроме как просто фармить сундуки на локациях и делать дейлики. Вот. Я очень боюсь этого момента, потому что игра мне нравится, я хочу в нее залипать весь месяц и прямо до обновки в ноябре. Вот. Сайд-квесты по максимуму беру. Да вот сайд-квесты на самом деле надо сделать сначала уже, потом ходить сундуки открывать, чтобы там леги падали и все такое. Больше урона в стены, да. Вот это, кстати, хорошо для спидрана, но нет, спасибо. Фина, окей. А что, у меня 5 минут, кстати, осталось. Ну, это последняя лока, по идее, должна быть. Денег мало, надо тратить. Дабл боги, стоп, это еще не... О, я-то думал, это уже конец. Скрытых квестов дофига, да, я про них я тоже слышал, о, рыбка, не забыть. Ого-го, yes! Не шути с моими чувствами, загрей. А зачем я болоть потратил этот сундук? Кто из них настоящий? Или здесь вообще нет дубликатов? Есть. Эй, спасибо за фоллоу. Шпигель. Здорово. Я и думал убивать тебя, загрей. Хорошо. Кстати, криты, которые оставляют метку, это же круто, да, под этот меч? Медленно. Собрал этот мечик на Артемиды и Афродиты, и только до криты по ослабленным. Нормально. Достаточно быстро. Как скрыто искать по гайдам? Ну, смотреть, да, там стримчики, ютубчики, просто гулять. Общаться, скорее всего, очень много общаться с персонажами надо для всяких таких квестов. Кстати, не очень-то и успеваю, да, синие сердца довольно... И 60% врагов довольно сильно замедляют прохождение. Спидранерское. Ну, с сердечком, конечно, сходим.
Смотри, ты через Зевса вообще не играешь, но же Зевс очень слабый сейчас. На высоких сложностях Зевс почти, ну, тяжело им наносить урон. Очень ситуативно. Слышал, что ты неподалеку, да? Да-да-да-да. Ну и чё ты в стене стоишь, блин, там, где ловушки? Чё мне с тобой делать? Фурия Олекта. Чё отсюда? Здесь же флэт урон играется от количества целей именно, а на, ну, как бы... На этих сложностях... На которых я играю, тебе нужно больше, больше урона. Чем слабенький флэт урон Зевса. Здорово, Явка. Здорово. Нихао, привет еще. Рестоп, а рестоп, да. Это согласен. Сколько черепов для статуи скелли требуется? Я помню только последний, 32. Остальные, наверное, 12, 24, 32, скорее всего. Я не знаю. Раньше 120 было нужно. Давным-давно. А помните, мы играли на 500 плюс 500% урона от врагов? Жестко было. Крестейшн. Офигеть, он быстрый. Офигеть, жесть просто. Видел Раджи and Ancient Epic. Выглядит приятно игру, или не слышал даже такой. Через два дня релиз, сейчас вроде пролог доступен. Ненавижу прологи. Поджимает сроки, да, братец? Благодаря пакту твоего отца. Что ж, поверь, я знаю, кого это, и поэтому не будь тебя задерживать. Да, братан, нормально все у меня. Я ничего не поджимает. В магаз заглянем. У тебя мышка дабл-кликает, треск слышен какой-то. Нет. Скорее всего, ты просто параллельно слышишь звуки этого. Звуки клавиатуры. Как же классно их выталкивать в лаву, а потом от этой лавы получать миллиарды урона. Так, а Дионис тут еще забыл в этой пати? Ну, он забыл мне принести нектар. Все, один гранат. Лол.
Что-то гранаты слишком часто падают. Ой, там была шавуха, которую я не увидел. Рип-шавуха. Да, дабл-клики — это, скорее всего, пробел слышно, а не мышку. Я бы очень удивился, если бы вы слышали мышку вообще, в принципе, за клавиатурой. Фига, проценты растут. Прикольно. О. Камушки. Сейчас бы в лаве еще, короче, окаменеть. Может, ты уйдешь оттуда, пожалуйста? Класс, да? Да. Тебя в Дискорде есть уведомления о стримах? Нет, я вообще Дискордом не пользуюсь. У меня даже партнерку скоро Дискордовую заберут. Я пользовался Дискордом, когда мы играли с сабами в... во что? Ну, в этот... в ДБД. Тогда еще чет как-то, да. А так, мне совершенно Дискорд не нужен. Типа, с сабами мы общаемся в телеге, а Дис... я не использую. И зря! Это моя ошибка. Надо было его давным-давно развивать, Дискорд. Общаться там со всеми, мемасики выкладывать всякие в Дискорде. Проблема... У меня, правда, есть еще одна проблема. Я не люблю мемасики. Ну, я люблю их читать, но, типа, если я на них случайно наткнусь... То есть я специально никогда не ищу ничего, и уж тем более не делюсь этим, скажем так. Блин, полное говно попадало. Ну, блин, серьезно. Поэтому я... Чехож, да, надо было взять этот... продолжение веселья и продать его просто. Худшая гидра, кстати, с огнем. Лава — это жесть. Единственное, что дамажит на гидре, это лава. И супер изредка ее удара головой. Че у меня ульта? А, Артемида. Бесполезная, короче, у меня ульта, ясно. Я почти случайно его прожал. Больше артемидку все-таки хотел. Кроме Дуза никого не романсил, всех.
Как можно жить в Древней Греции и романтить одного человека? Одну голову у Горгоны. О чем ты? А че аниме по Хейдесу с Аглой? Может быть, когда-нибудь Crunchyroll что-нибудь такое сделает. Было бы круто. Can wash away my boons and can not wash away any boons. А может быть и по Геншину, кстати. Будет здорово. Будет здорово. У меня, кстати, ни одного молота нет. Че я стою и туплю? У меня же спидранерская. That one's regenerating. Блин, удары в стены, конечно. Мне нужны двойное отбрасывание. С такими прокачанными ударами в стену. Мне нужны двойное отбрасывание. Монетки. На тавр один как-то рандомно попадается, или какие действия для этого? Просто рандомно в элитные комнаты ходишь. Ну, для этого надо ходить в элитные комнаты. Это как бы главное условие. Он попадается только в элитных комнатах, с черепком такие. И все. Ну, давайте заглянем на молот, так и быть. Хотя у меня Афродита, которая делает дороже эти. О, мамки пришли отомстить. Атака наносит дабл в спину. Выпад 200 плюс. А, у меня урон по броне молот. Точно, я же в самом начале нашел. Вот выпад берем. А, подождите, выпад это же третья атака. Я почему-то думал, что выпад это... Дэш атака. Ну, кстати, третья атака тоже вполне хорошо. С нее критовать. Вы посмотрите на этот дамаг, да? Все умирают просто. Я прям через нее пропрыгнул. Я был уверен, что она сблочится. Видимо, в этот момент случайно атаку нажал. Блин. Минус 100, да, это было хорошо. Как будет, что будет, когда таймер дотикает? Пассивно урон начинаешь получать. Просто так. Вы издеваетесь. Посидим Афину. Я могу случайно там сдохнуть, поэтому лучше, наверное, Афину. Не, потом. Кстати, о Минотавре. Но я на нем умру сейчас. Нередко приходится видеть, как мои противники возвращаются. Что ж, ты вроде как стоишь у меня на пути. Какой у меня выбор? Выбор привел тебя сюда, и он же приведет к поражению.
хватит крутилки юзать. Мне нечем тебя дамажить, пока ты крутилки жмешь. Я его добил до того, как он замахнулся, найс. Во, разрушение эпическое. Либо взрывы. Не, взрывы нафиг, давайте разрушение лучше возьмем. Оно будет синие сердца сбивать. Привет, Крейг Ленинг. Да, хорошо все. У меня прям фулл Посейдон билд, поэтому я обязан был его проклятие найти в этом ране. Прожорливых рыбок. Офигеть, они воскрешаются, потому что убегают от меня за километры. Что это за трава вообще? Ну хоть не в элитного лучника воскрес, правильно? Угу. А, магазин, конечно же, магазин. Уже завтра обновка в Рунтерке. Да, ждем. Даже обычная уверенная походка лучше, чем ничего, правильно? О, восстановим. А вот воскрешал Кили. Что ж, в этот раз незнакомец Гидролайт или, возможно, поцелуй Стикс? Уверен, что тебе все это не пригодится. Я правда ценю твою помощь, но не хотелось бы принимать это как должное. Ох, прекрати, мы ведь в Элизиуме девистого места, принимай все как должное. Мы прославленные тени, получаем жалование из лучших товаров. Чтобы мы могли сражаться, пока нам не надоест. Пожалуй, мне уже надоело. Возможно, гидролит, кстати, выгоднее будет. Воскрешалку мы еще найдем. Продаю льту. Ты знаешь, это хорошая идея была бы, наверное. Смерть приближается. Ты знал, что... Так и знал, что стоит заглянуть в этот уголочек. Да то есть! Тан, ты охренел? Иди в жопу. Нет, я случайно затолкнул. Ага, нормас. Угу. С колесницами сражаться, блин, с Танатосом тяжело. Они жирные. Давай сюда, сердечко. Кстати, 25 дала, а не 34. Воскрешалки? Не воскрешалки. Ладно. Реролить пока не планирую, магазин. Все, Зевс. Ой, это Зевс. Тесейс. Берем Посейдона. Фоксить обычных чев, они дают два убийства. Одно... Это да, это хорошая тема. Моя главная особенность, племянник, заключается в том, что я могу найти общий язык с кем угодно. И это умение... Судя по всему, довольно редкая. Взять, например, мою племянницу Артемиду. Совсем не любят даже добрые шутки. Девочка, нелегко тебе будет найти себе пару, если вечно будешь ходить с кислым видом.
Какая жалость дядя Посейдон, интересно. Может, именно в этом и кроется причина, по которой у меня вечно кислый вид. Возможно, загрязь знает ответ. Ха, ну вот видишь, племянник. Бросок выпускает второй снаряд. Да, давай. Звучит круто. Мы монетки не видим. А, ну надо. Подвинулся. Выходи, умри. Да ты охренел! Ничего, его сейчас рыбы сожрут. Как же Минотавра, конечно, рыбки коцают хорошо, эпические-то тем более. Здесь у меня рыбки уже прокачаны хотя бы одним гранатом. Просто посмотрите, как тает полоска. Это все рыбки. Это все рыбки. Я же их недавно взял. Да, к сожалению, они еще не апнуты. Зачем я это все покупаю? Кажется, там не может выпасть такая тьма. Что может, но... Дэмп, свой стик снайден. Найс. Че у нас, 17 минут? Че, кровь? Блин, кровь дорого. Ну, попробуем, попробуем. Мы попробуем кровь взять. Сколько часов у тебя в игре? Под 300, скорее всего. Я не могу точно сказать, потому что в Epic Game Store нет времени, проведенного в игре. А если есть, то мне надо заходить в Epic Game Store, а я сейчас в Steam играю. Ну даже в Стиме у меня уже, скорее всего, под сотню. Можешь потом показать свой билд у зеркала? Да, без проблем, напомни только. Рыбки апфродио, класс. Еще? Я думал... Конечно, долгая комната попалась, жесть. А, так я же могу сейчас билд зеркала показать. Ну, проще, наверное, в самом зеркале, да?
И сейчас у меня время будет тратиться, если я бэшку нажму. По-моему, комнаты с черепками намного легче обычных. Это правда, поэтому я вначале в обычные хожу, а потом в черепки. Потому что в обычных ты можешь потратить здоровье. А в черепковых, скорее всего, нет. Ну, нет, там тоже возможно, но так. Бам. На, удары об стену по 600. Правда, на бате удары об стену ничего не... О, боже мой! У, удача. Ай, блин. Вау, вы видели это убийство? Секунды три прошло где-то, да? Взрывы, разрушение, боль. Ай. Да те элитки самые сильные. Как нацелятся на тебя, да? Как личико-то поломают. Ой, чуть в ловушку не попал. Метки, а нафиг метки. Да? Да нафиг метки. Все-таки у меня дабл снаряды, а значит это уже 200 урона. Фино. На иди удар можно было поменять. Чего? Не понял, чего? Взять так у Артемида, чтобы поеду больше бить. Да не. Ты знаешь, атака Артемиды вряд ли будет бить больше. На самом деле. То, что Посейдон хотя бы в процентах хорошо увеличивает урон. А Артемида, ну, как бы она его не наносит. Можно было, кстати, рероллы взять. И рыбки работают, да, и рыбки. Что это такое? Можно было реролить в магазине. Я об этом не подумал.
Стоп, серьезно, мне не хватит и на то, и на то. А, лох. 34 здоровья больше, чем Дионис. Когда дар меняешь, уровень прокачек сохраняется, конечно же. Отец, я вернусь. Конечно. А где дамаг? Че, бать, тоже рыбки съедят, не проблема. Хорошо, что здесь камень довольно легкий. Ну, типа, он не выпускает волну. Если бы он волну выпускал, о-о-о-о, сколько батя урона прописал мне под черепком. Короче, реально батю можно просто рыбками жрать. Ладно, если можно, если урон не получать. Один хп. Офигеть, Посейдон ему лицо ломает. Вот броска я сейчас немножко. Чего? Я себя толкнул ПКМом Посейдона. Да. Вот это, блин, плей был. Вот это, блин, был плей. Конечно, когда-то же ты должен был Цербера позвать, правильно? Че? Хорошо. ХП очень мало. Я же говорю, очень мало. Шестьдесят от вазы. Несмотря на уменьшение урона. Так во мне два черепа, еще бы я не умер. GG. Тебе не сбежать? Да мне насрать, бать, я не сбежать хочу, я пилок открыть хочу.
Гип, наставить понимаешь, что ты незаменим. Если ты не приведешь себя в порядок и быстро, твою работу отдадут кому-нибудь еще. Ой, прекрасно тебя понимаю, Танатос. Позволь заметить, им достанется величайшая работа во всем подземном царстве. Думаю, ты не в полной мере осознаешь мои слова, брат. Что ж, когда случится неизбежное, не говори мне, что я не пытался это предотвратить. Зеркало напоминаю. О, никого нету. Батя с Цербером, видимо, все еще наверху. Слышь? Сердечко, чё? Никто, прости. Что тогда повысил на тебя голос? Просто Дуза мне дорогая, я знаю, как сильно для нее была важна работа здесь с тобой и со всеми нами. Неужели ничего нельзя сделать, чтобы ты передумала? Я ценю, что ты смог успокоиться, дитя мое. Что ж, до головы Горгоны, в этом доме необходима расчетливая осмотрительность, а не бездумная самоотверженность. Несмотря на множество предупреждений, она не подошла ни к одной своей обязанности сдержанно. Если ты хочешь сказать, ты уволила Дузу за слишком усердную работу, ты сказала ей об этом. Она не понимала, как нужно правильно трудиться. Несмотря на все, что она сделала, она оказалась обузой для дома. Не было необходимости предупреждать, ты издеваешься, как обузой. Не была она ей. Прошу, дай ей шанс, Никс. Она научится, ей просто нужно понять, что она сделала не так. Она всецело отдавалась работе, просто немного переборщила. Разве такое не стоит поощрять? Хоть ты куда более терпелив, нежели я, дитя. Я не знал, что ты был так этим обеспокоен. Но больше не проси меня отменить мое решение, мы друг друга поняли. Да я сам ее найму, если она появится здесь. Кажется... Вау. Ну что, Загрей, береги себя и до следующей встречи. Плюс кекс. Показываю зеркало. Это мое ультимативное зеркало, я его использую абсолютно всегда. Это мой самый сильный билд. Власть над убеждениями единственное, очень тяжело взять на 4. Но зато с гордостью богов ты почти всегда просто ты... Получаешь эпики почти в каждом роли. А если не получил эпик, можно реролльнуть и получить эпик. Вот это вот мой самый сильный билд. Бесплатный телепорт до комнаты. Ну, они явно не здесь. О, Ахиллес лучший работник. Почему стигийская душа 3 секунды? Потому что искать... да в том же Асфаделе, например... Опа, за соточку, мазик. Мне невыгодно. Хотя не, наверное, выгодно. Потому что искать камни гораздо сложнее, чем просто дождаться их восстановления. Типа, они упадут в лаву, ты не сможешь их забрать. Они упадут в воздух куда-нибудь, ты не сможешь их забрать. Ты время на этом теряешь. Да и все три магии в один таргет вливать такое себе. Лучше размеренно использовать одну бесконечную магию, чем три куда-то в одного моба. Загрей, я хорошая мать, только будь честен. Никто столько мне рассказал о том, как ты рос. Еда, которую ты любил и ненавидел, твои природные таланты, твои друзья, она все знает. Иногда я думаю, как я вообще могу с ней тягаться? Мама, я думаю, ты отлично справляешься, и знаешь, ведь это не какое-то соревнование между тобой и Никтой. Просто мне повезло иметь двух прекрасных матерей вместо одной, а у кого-то вообще нет матери. Спасибо, сын мой. Знаю, меня не было рядом в трудные минуты, но теперь я здесь. Когда я ненароком задену твои чувства, что неизбежно однажды случится, прошу, скажи мне об этом, хорошо? Опа, вот это уже похоже на сюжет. Держи. Мама, знаю, есть совсем немного вещей на Олимпе, по которым ты могла бы скучать, но я подумал, что Амброзия может быть одной из них, и раздобыл немного для тебя, потому что, в общем, вот. Неужели это правда Амброзия? Как она оказалась у тебя, Загрей? Она навевает воспоминания, уж точно неплохие. Думаю, именно поэтому мы дорожим такими вещами. Она для меня... Конечно, конечно, для тебя. И всей душой надеюсь, что когда-нибудь спустя много-много времени ты будешь отдыхать с бутылочкой амброзии, осмелюсь предположить, вместе с отцом. И эти воспоминания окажутся наравне с другими приятными моментами. О, сын мой,
Мне совсем не нужна Амброзия, чтобы с глубокой нежностью предаваться воспоминаниям о нашем с тобой знакомстве. Я так тебе благодарна. Да, вот это уже похоже на сюжет «Добить два сердца», и, может быть, тогда откроется эпилог. Чад, неужели мы это сделаем? Против боссов три камня отлично заходят. Но все равно в середине пылкой такой жаркой битвы искать три камня гораздо сложнее, чем кидать один камень раз в 2-3 секунды, не помню сколько там, 4 секунды. Просто поднимать их — это трата времени. Лола, я прошел эпилог, но замок Персефоны не открыл, что это вообще, так что это вообще не имеет отношения к сюжету. Да пошли вы! Эльсид, бан или подписка на канал, слышь? Бан или саб? Чё началось? Я не открыл замочек, а уже открыл пилок. Фу, блин. Пилок он открыл. Ну тянь.